Всем привет! Раз у нас сегодня такой вот денек солнечно-штормовой, решил немножечко выбраться из дома, прогуляться. Сапоги уже намочил, так что извините, не получится вам показать всего-всего поближе. Ах, красиво! Смотрите, какая красота! Я хочу на тот мостик залезть. Понимая, что это чревато, но все время сильная волна не может быть, поэтому будет у нас еще, надеюсь, фрагментик какой-нибудь маленький такой, вот типа как сейчас, и мы заберемся на этот мостик. Река Свирка немножечко ушла в сторонку, вот она такая, несмотря на то, что ночью всю ночь шел дождь, не такая уж она и сильная, хотя мутноватая. Пляж Свирский, как видите, стал песчаный. Красивейшие волны там на Свирском, красивейшие, там везде красивые. Мы сейчас с вами тоже посмотрим. Надо будет только дождаться красивой волны. Ох, на Свирском там вообще красота такая. Любуйтесь. Хорошая волна идет. Обалденно. Море практически пробирается в устье реки Псизуапсе. Ой, господи, какой Псизуапсе. Свирки. Ну что, пора задумываться о том, над тем, чтобы перебегать отсюда подальше. Восходящий. На пляж! Дельфин теперь. Пойдемте посмотрим, там красивые брызги. Ну и заодно привет передам Андрею с супругой и его волкодаву. А тут лесенки-то нету. Давайте обойдем. Там и закончу ролик. Итак, на Свирском побывали. Теперь на Дельфине. Я, наверное, еще сниму, пожалуй, еще коротенький ролик непосредственно для моего нового канала про природу Сочи на Дзене. Так что имейте в виду, там тоже будет что-нибудь. Вот волны закончились. Сейчас, наверное, что-то будет. С лучами солнца, конечно, красивее. Вон идет каскад. Ну, ближе уже не стоит подходить, сами понимаете. Все, всем пока, буду снимать красивые.
4К без моего звукового сопровождения.